Спаси Господи. Андрей Другов, каково ваше, личное мнение, отношение к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вот так вот, да? Да, напрямую. Ваше личное мнение. Во-первых, он православный христианин, я знаю. Это важно. И поэтому мой брат во Христе. А как к братьям нужно относиться? Если Евангелие к врагам даже с любовью, а к братьям-то с сугубой любовью. Поэтому вот это мое отношение. Слышал в видеозаписи его беседы, обращений. Меня все время поражает его глубина эрудиции и знание Писания, святоотеческой литературы, житей святых. Он очень грамотный, православно грамотный человек. Но у него есть своя особенность, как у каждого. Он человек горячий, очень горячий. Русский. Наверное, да. Но и в этом году ему, по-моему, 80. Он весь такой живой, деятельный. Хотелось пожелать ему побольше сил, здоровья и попросить его молитвы о нас грешных. Мне лично очень хотелось бы съездить на Алтай, в Потеряевку, где Игнатий Тихонович, ну, вместе с своими братьями и сестрами во Христе, восстановили заброшенную деревню, их родную, где она теперь православная, там живут. Такая некая православная община. Хотелось бы это вживую увидеть, пообщаться. В этом году с рядом событий, которые у меня произошло, и здоровьем, и не только, не получилось. Очень надеюсь все-таки приехать. Очень бы хотелось увидеть не только вот Игнатия Тихоновича, с ним пообщаться, а этих людей. Людей и их общинное устроение. Думаю, что мне будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как и моему учителю, как человек, который много что знает и много чего может научить. Но есть у него, я говорю, некие такие вещи, вот для кого-то может жестко будет звучать что-то. Ну, у нас у всех лично что-то есть. В церкви ведь главный принцип вот какой. В главном единство. В главном он догматически православный, канонически православный. Он причащается православной церкви. Он сын русской православной церкви. Это главное. А второстепенным-то свобода. Разные формы могут быть. Но главное написано во всем любовь. Это главное.